Доброго времени суток, уважаемые подписчики канала ТВ Маэстро. Подпишитесь на канал, кто не подписан. Уважаемые подписчики, пишите комментарии, лайки о происходящем. Вот, ну и пытаюсь найти я сейчас Аслана с Бульбашом. Там привет им передает вчерашняя подписчица, которая приглашала их к себе домой. Вчера они ездили в гости куда-то в Новогирееву или в Касино. Вот. Не помню, как зовут. Надежда Владимировна, по-моему. Извиняюсь, если неправильно называю имя. Привет вам огромное. Спасибо, что помогли ребятам. Я передам им всю информацию, которую вы просили передать им. Вот сейчас ищу их. Привет, Манюшка. Можно тебя запечатлеть? Рассказывай. Что? Что-нибудь. Что? Это, ты далеко не уходи. Сейчас приедет Надюшка. Там не тебя везет рюкзак, вещи, да. Сухарики, матушка дала. Ну, вот это, в обычном доме. Я сыт, покушал. А я тебя узнал. Здорово. Здорово. Как оно? Вы не знаете, сколько времени? Здравствуйте. Здравствуйте. Не прошло и годика. Во время. Вот и Надюшка, только говорил про нее. Только даже он сказал. Да. Да. Ну, как удобно. Видишь, как удобно даже. А я только отсюда быть. Маэстро, я только оттуда пришла. Я отсюда ходила. Из-под платформы? Не-не-не. А ребята мне... где, Аслан? Я не знаю, я же не с ними ночу. Я хрен где могу быть. Садись, Надюшка. Пойдем с нами, берите. Да. Я же себе все привезла, поэтому. Да. Матушка, давай. Что здесь, сердина вот эта? Ну, что это, как его? Ой, она шумная, она пьяная. Нормально. Два раза приезжала удачно, она трезвая была. Ну, не трезвая. Тихо. Пьяная? Признавайтесь. А? Сколько выпила сегодня? Ванечка, ты меня помнишь, как тебе уже с какой раз приезжает? Она меня не помнит. Надюшка. Маня, ты меня помнишь? Я редко нужна. Я же тебе привозил как зарядку. Как будто я не ей говорю. А, мне все лучше ушли, мне с Женьковым телефоном. Маня, пошла. Маня, когда к тебе обращаюсь, ты меня помнишь? Я помню. А, ну и все. Смутно. Да, смутно. Да, смутно. Да, да. Смутно помню. Да. Женька должен приехать, не знаю, когда. Ну, ты когда свой Жень приедет, ты год уже нет. Это Женя, нет, это Женя, я сниму. Это Женя, да? Ли. А я не знаю фамилию его. Такой вот неузкий тоже вроде. Сейчас опять поедем туда. Куда? Домой ко мне. Да? Надо решать. Это же было года два назад, по-моему. Да, нет. Года два назад, это давно было. Она... А я ездила в прошлом я летом. Я-то ее увидела. Какой? Снег через... был. Лежал. А, снег, прошлой весной. Нет, в этом году. Я еще Космосу и этому Ежикову, или как его фамилия? Космоса нет. Ежиков уже. Или как? А, ну, колючий или как там его? Ну, колючий. Вот, да, я им продукты купила и денег дала. Его спрашивают. Что, вот здесь сядешь? Да, здесь сядем. Его, короче, его спрашивают. Я говорю, его больше не надо. Я все переложу. Ну, это не все. Сейчас ты переложишь сюда все, потому что здесь Сашины тоже вещи. Ну, новая Саша, тебе сумка. Так, это майка. Ой, рюкзак. А вот он, ой, смотри. Рюкзак. Смотри, фирма хорошая. Это ручная работа, Саня, это ручная работа. Передали серьезные люди, они в Министерство иностранных дел. Они ничего там себе работают, понимаешь? Она, вот я должна сам была... Лавров. Да, а я не знаю даже кто-то. А, Лавров, да. Понимаешь, и я должна была у них забрать и забыла. Вот это вот ручная работа, чистая кожа, там что-то она объясняла, я не понимаю. Ага. Саня, будешь как этот джентльмен? Джентльмен. Так, Манечка, вот тебе, я тебе тоже принесла, кстати, это... Ну, зонтик у тебя будет. Да. Так, Санечка, это отдельно для тебя, потому что у тебя еще кое-что есть. Так, Манечка, я тебе кофточку там принесла. Сахару нет. А как ее можно заставить переодеться, снять вот эту вот кофточку? Не, вот, эту? Вот эту кофту нельзя мне продать. Никуда девать. Не будешь продавать? Продавать. Ой, не это асланская, это аслана. Ну, ты ее положишь в сумочку, а другую чистенькую оденешь. Подождите, не торопись, мы тебя не торопим. Передали вещи. Глянь, какая, связали за ночь. Я не знаю, что... Ну, это девчонки, да, передали. Ну, что, пойдет же ей, да? Конечно, ничего себе, теплый как раз сейчас по погоде. Так, Манюшка. Так, Санечка, я тебе, знаешь,
Чего ж я не знаю, почему ты не захотела розовую, там была розовая. Розовый рюкзак мне не надо, рано еще, подожди. Розовую да? мне носить. А что, она как будто как мужская. Я, мне пока еще женщины нравятся. Причем, ну, в смысле, да, женщина, а что? Ну, розовые кто носит? А, девочки носят. Мне сказали, носят. Мужчины тоже могут носить. Да? Да. Какие-то нестандартные мужчины, мне да. кажется, все-таки. Смотри, какой, будешь ходить на работу, ну, вот это. Сюда будешь обед ложить. Смотри. Это я много да? обеда накладу сюда. Ну, слушай. Сколько сможешь, Саша, это не твой зонтик. Не перепутай. Вот это всегда твой, вот он. Вот сюда вот, джентльменский набор. Санечка, я тебе еще денежку привезла, чтобы тебе что-то было покушать. Так. Ты знаешь, я сегодня наготовила котлет. Если честно, то я продуктов не принесла. Могу объяснить, почему. Когда ты все положил... Ой, маме с нами поделится. Мать, что у тебя есть покушать? У меня вообще ничего нету, да? Маша, а это какие? У тебя же сейчас вещи я тебе отдам. А тебе что, там вещи тебе уже отдали кто-то, да? Что там у тебя, Манюша? Нет, там полотенце. Есть? А, полотенце. Да, я на кофту. Вот Манечка, ты, я так поняла, одевать ничего не будешь, да? А куда мы? Зря это мне вот эту кофту. Смотри, чтобы тебя не украли. Вещи все хорошие, новые. Манечка, у меня две сумки. Манечка, значит, Маня, значит, нижнее белье новое. Вот это салфетки, как ее заставить? Манечка, а ты знаешь, что это такое салфетки? Это салфетки вот эти вот, ну вот. Влажные. Ой, молодец. Ой, я молодец. Я в них... Умничка. Вот. Манечка, здесь, значит, нижнее белье все новое. Ну, давай, давай. Маня, здесь все новое. Так. Манечка, здесь все новое с этикеточкой. Сейчас оно все. Мы с людям покажем, что с этикеточкой, а то подумаешь, что... Да ладно, лучше. Показывай с этикеточкой, вот. С этикеточкой. Ну, я взяла и темненький, но... Хоть и без этикеточки, конечно, не марка. Хотела и беленький взять, да? Ну, а тут цветочек зато, да? Ну, смотри. Да, на самом две интересном пары. Месте. Вот, прокладочки, правда, забыла купить, что-то нет, я... Нет. И носочки я одну пару пока привезла, не знаю почему, три пары купила, одну и не а привезла, не знаю почему. Ну, это, она, может быть, кому-то даст, не знаю. Манечка, вот сама пусть носит, там ребята найдут. Манечка. Она же пьяная. Манечка, ты же пьяная, да? Ну, как ты пьяная? Не очень нормально. Я же еще сразу здесь, спала. Маня, вот здесь хорошие когти, смотри. Ага. Да, это дочка этой министерства нигде, они все работают и... В общем, да, все, с этикетками, очень хорошие, темные. Они сказали, значит, они могли бы тебе и цветные красивые это дать. Это кофточки, да? Да. Они могли бы ей цветные дать всякие, ну, так как, ну, у нее временные такие обстоятельства трудные. Темные. Манечка. Славочку сколько видеть? Темночка. Темные, то есть. Маня, и вот тебе куртку передали, хорошую куртку. Так, вот тебе покушать, ну, то есть я имею в виду, ножик здесь и открывашка. Будешь ага, открывать спасибо. Что-нибудь. Это вот, на, в рюкзак главное. Теперь вложи. А вот куртку не рановато я привезла. Не рановато уже, ночью прохладно. Да. Маня, все, складывай, на. Вот тебе, на. На, все. Вот, рюкзак какой. Вот тебе кофточка твоя. Теперь складывай сама, как ты хочешь. Так, да. А это вот Санечки пиджак. Рюкзачок. Ну, пойдет же, да? Суперский. Я удивилась, такие цены что-то вроде дешевенькие. Я думала, что это какие-нибудь бракованные, но я проверяла, нет, это... Я же откуда я знаю такие суперский. Цены? Суперский. Вот твое все, Маня. Вот это все твое. Складывай в рюкзачок. А если не хочу. Такой наш Савеловский вокзал сегодня. Надюшке, ой, Надюшке да, здоровья, нет, счастья, нет. мужика хорошего. Мужика хорошего? Да, найти надо. Так что, ребята, девка холостая, посмотрите, глаза какие. Нормальные глазки. Глазюки какие. Так. Сейчас Манька все переберет, а то она уже сама не помнит, что где, да, Мань? Помнишь? Маня, а у тебя никто не отоберет рюкзачок? Не отберу. Куда получим? Я получу. А, получится? По сапатке. Не, ну это такое, это
Санечка, и здесь есть замочек. Может, что-нибудь сюда положить? Это туда зарплату буду складывать. Да, в спине смотри, поближе. Я даже не знала, что здесь телефончик можешь положить. Ну, широкие вот эти лямочки. Удобно. Ну, это что? Здесь кармашки. Сюда духи, водичку духи ставить. Говорю. У меня же духи здесь. На всякий случай всегда. Я привыкла, что у меня духи. Ага. Тут по бокам у тебя. Раз там проездной там положишь, карточку. Угу. Ну хороший чё. А, и здесь карманы есть. Вот это да, я даже не знала. Ничего себе. Сюда положишь что-нибудь тоже. Офигенно. Манюнечка, ты рада подаркам? Ого. Рюкзак складывается. Давай, помогу. Сейчас она разберется сама. Да, у меня там сама своя система строительства пирамид. Маня, у тебя я даже не знаю, у тебя ножка так вот зажила, да? Надо? Да, колено зажило. Ну понятно, зажила, да? А тут, которую отцарапала вот здесь, зажила там? У меня сейчас... Не загноилось, ничего? И локоть зажил, да? Не болит? Нет. Сейчас всю тебя общупаем. Иди ты в баню. Тут не болит, ничего? Нет. Ой. А он издевается, как может. Ребенок. Хулиган. У меня денежки есть, оказывается. Нет, у меня жизнь. Ай-яй. Кстати, я вот когда последний раз к ней приезжала, да? Пока я у ней сидела в гостях, часа два я у ней сидела, покормила ее. Это к после ней... того, как уезжала в этот уже Краснодар? Уже когда я прилетела, и да, когда это, колбаску ей привезла, которую тебе должна была привезти, потерялся. Не, ну Манюньке нужнее, да, колбаску ей привезла, потом этот Юра подошел в полосатой рубашечке. Юра или как его зовут? Да, Юра. Юра худенький такой. Да. Трясется котор. Да. Ага. Покормился. Манечка, а вот это у тебя вода или алкоголь? Нет, вода. Молодец. Я воды набрала. Алкоголь ты сразу что, выливай на пол. Нет, выливать-то я не буду, это зудьют. Я теперь уже понимаю. Я раньше... Если я раньше не понимала этих людей, там, ну, могу... Ну, и денег как-то не давала. А вот через вот это вот фильмы вот эти вот что-то немножко прониклась. Я вот, Маня, я к тебе уже хоть какой раз... Манечка, я к тебе какой раз приезжаю, ты хоть помнишь? Я только помню уже раз, наверное, четвертый. Я про маму все знаю. Опять одно и то же мне не говорит. А у меня память еще дырявая. Не дырявая, я все помню. Это она... Эту маму, про нее все это узнаем уже. Все наизусть. Все, она едет. Все, Женя завтра должен приехать. Я не знаю, когда он приедет. Никак не едет он к тебе. Не, ну он к тебе приедет. Давай, Санечка, пошестерю. Пошестерю? Ага. Давай, померяй. Опа. Нормально? Отлично. Ух ты! Вот. О, давай. Рюкзачок. Сфотографируй. Эй, как там? Вот так делать, да? Санечка, девчонки, ну что вы такие? Лайки, комментарии, пишите. Симпатичный ребята. Парень, я не знаю, что они думают. Так, вот это куда? Манечки, глянь какой. Куртка очень хорошая. О, на плечики и погнала. Да. Куртка очень хорошая, на. Надо было сюда ее, видишь, сколько места здесь, Маня? Она разберется. Сюда, ну, вот разберется. Чистую сумку, правильно. Это вечная процедура. Каждый день у нее ревизия происходит. Не надо. Вчера не было. Сумка. А, вчера не было? Угу. Ну, все на месте, проверила. Да. А у нее выпить-то есть? Выпить? Не знаю. Нет, есть выпить? А я ей пойду куплю. А где она будет выпивать? Да с нами вот постоит выпить. Угу. Коктейль здесь. Да, коктейль здесь же. Да. Коктейль больше ей не надо. Водку не надо. От водки она дуреет. Коктейли-то в этих бутылочках, да? Пошли. Манечка, я с тобой можно не пойду? Я тебя умоляю. Можно она, я с тобой? Она на пороге постоит, а ты зайдешь в магазин. Я покажу. Давай, а я покараул. Да вот он здесь, на ступеньках. Ой,
стой, здесь мы сходим вместе. Сходи. Да. Ну, обошел я, ребят, все места, не знаю. Звоню Аслану, не берут трубку. Не знаю, с чем это связано. Может быть, они поехали опять в Дубну и спят в электричке. Вот, сходил под платформу, нету. Здесь на полянке их тоже нету. Ну, короче, все злачные места я обошел. Пока никого не нашел. Вот, видел Юрку Трясогузку. Но он уже кривой, пьяный. Даже не узнал меня. Мимо прошел. До такой степени напиваются, ребятки. Блин. Домой так он и не поехал. Вот, особо тоже у меня времени нету. Сейчас ремонтные работы у меня идут и в квартире. И, значит, на работу надо собираться. Поэтому долго находиться не могу. Здесь я и так уже часа полтора-два, наверное, здесь нахожусь на Савеловской. Но еще предстоят мне задачи. Вот он, наш Савеловский вокзал, любимый. Любимый и родной. Без скольки-то 6 время вечера. Уважаемые хейтеры, спасибо вам тоже за рекламку. Вот, никого я здесь не встретил. Вот они круги, вот он вокзал, вот он, в принципе, я. Манюнька сидит, попивает коктейль. Рюкзак ей подарили, шмотки подарили. Это очень хорошо. Так что всем приятного просмотра. Еще раз подпишитесь на канал. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Спасибо вам за просмотр, спасибо за поддержку всевозможную. Уважаемые подписчики, огромное всем спасибо за поддержку. За поддержку наших ребят, бомжиков. Никого я не нашел, сел, уезжая с Савеловского вокзала. Огромное спасибо тебе, Надюшка, за то, что опять с ног до головы мы одели Маньку. Надюшка все привезла, вещи. Вот, рюкзачок, сумочку. Мне подгончики такие замечательные. Большое спасибо тебе. Вот, не оставили нас и без доната. Спасибо большое. Спасибо, ребята, всем, кто принимает участие в жизни канала. Спасибо, Ольга. Лёлик, трудоголик, в поддержку тебя, значит, тоже говорю слово, не ведись на провокации, вот, все ты знаешь, все понимаешь. Ну и сегодня вечером, может быть, не знаю, ребята, очень сейчас занят, может быть, выйду в прямой эфир, но посмотрим. Сейчас пока смотрим видео, спасибо всем огромное. Ну и небольшой влог о моей работе. Что я делаю на работе, посмотрите, оцените. Все, спасибо всем большое. Так, следующий мой заказик. Вот такой вот комод. Я уже вот ящики вынул, разобрал. И две такие же тумбочки. Вот маленький лайфхак для мужчин. Многие не знают даже, вот как он, как вынимается ящик. Здесь вот педалька. Вот видите, да? Нажимаешь ее и вытягиваешь ящик. Все. С другой стороны также. Ну и потом покажу. Вот они все. Кошки, видимо, подрали. Я расчет обобьем. Покажу, что получится. Ну и вот такое, ребята, диванище.
Уже почти закончил. Остался вот один подлокотник такой же. Швея я еще не дошила. Подлокотничек и все. Второй заказ готов. Из пяти пока взято. Но если что-то не будет делать, работы, вон, еще навезли тут целые склады. Такой вот. Вот, кстати, кто говорит, легче новый купить. Вот я вам объясню немножечко. Вот такой диван, он еще раскладывается так интересно. То есть он раскладной диван. Вот. Покажу попозже. Сейчас соберу полностью. Вот такой диван примерно стоит, я предполагаю, так, в средненьком, 1300. Вот. Перетянуть его стоит, не знаю, ну, 1080, может быть, 100. Так что думаете, легче купить новый или не новый? Вот такие вот диваны. Или вот такое кресло перетянуть. Ну, конечно, может быть, новое лучше купить, потому что здесь заодно с тканью изнашивается и механизм, и цилиндр. Все на свете. Вот такие эксклюзивные диваны. Не легче купить. Далеко не легче. Так, ну и покажу, как раскладывается диван. В принципе, диван готов. Вот. Теперь только внутри забить осталось техническую ткань. Там, где черновые места. Сейчас покажу, как раскладывается диван. Интересно. Какой тут видон. А, ну, все видно. Видите, да? Раскладной двухспальный диван. Очень интересный механизм. Так же складывается. Легко и просто. Все, теперь я его разберу. И упакую. Два заказа на этой неделе у меня готовы. Что, в принципе, радует. Этот диванчик вообще прям мне нравится. Классный. И ткань такая хорошая, подходящая. Друзья, подпишитесь на YouTube канал ТВ Маэстро. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Счастье дано повстречать или беду еще. Счастье дано для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг, а для звезды, что сорвалась и падает.
пролететь сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Спасибо, друзья. Напишите комментарий, поставьте лайк и переходите на канал YouTube ТВ Маэстро. О нашей встрече что там говорить? Я жду ее, как жду стихийных бедствий. Дома с тобою сразу стали жить, не опасаясь подобных последствий. Сразу стали жить, не опасаясь подобных последствий. О чем просил, делал мигом я. Я каждый день старался сделать ночью брачной за тебя. Под поезд прыгал я, но, слава богу, не совсем удачно. Если ты ждала меня под год, когда меня упрятали на дачу, я для тебя украл весь небосвод и две звезды кремлевские придачу. Я для тебя украл весь небосвод и две звезды кремлевские придачу. Я вас любил последний полугод. Прощу измену и подарю тебе большой театр и малую кремлевскую арену. И подарю тебе большой театр и малую кремлевскую арену. А вот теперь я к встрече не готов. Боюсь тебя, боюсь ночей интимных, как жители японских городов. Боятся повторения Хиросимы, как жители японских городов. Боятся повторения Хиросимы. Подпишитесь на канал ТВ Маэстро в YouTube. Далеко, далеко, далеко журавли улетели, опустили поля. Среди ночи бушуют метели, и лететь журавлям, и лететь журавлям нет уж мочи. И присели они на поляне в лесу среди ночи, а на утро они все на юг полетели далеко. Лишь остался один на поляне бродить одинок. И кричал он им вслед: помогите, пожалуйста, братцы, больше моченьки нет, нету сил от земли оторваться. И присели они, помогая уставшему братцу, помогли ему встать,
помогли ему в небо подняться. И опять понеслась журавли быстрокрылая стая. Журавленка с собой уносила все ввысь улетая. Так и в жизни порой, коль от стая добился крылатая. Доказать мы должны, что у жизни законы все святы. А злодейка судьба продолжает шутить и смеяться. Упадешь в грязь лицом, и никто не поможет подняться. А злодейка судьба продолжает шутить и смеяться. Все друзья отойдут, и никто не поможет подняться. Подпишитесь на канал ТВ Маэстро YouTube.